Молодежный форум собрал более 150 человек. Школьники, студенты, волонтеры, представители общественных организаций и работающая молодежь объединились воедино. Мероприятие реализуется на финансовые средства, полученные автономной некоммерческой организацией «Молодежный и детский центр развития «Максимум». Форум «Открой себя» мы проводим уже второй раз. И провести повторно нам представилась такая возможность, потому что мы выиграли грант российского движения молодежи. Благодаря грантовой поддержке организаторы мероприятия пригласили ведущих спикеров Югры. На 5 площадках они открывали для присутствующих в зале новые возможности и знания. Идейные вдохновители также становятся наставниками в написании будущих проектов. А в этом году у меня тема посерьезнее – это цифровая гигиена. Это то, что позволит ребятам избежать проблем при пользовании социальными сетями, сети интернет. Сейчас это как никогда актуально, и я очень надеюсь, что это будет полезно, и они уже дальше пойдут распространять эту информацию в своей среде. Такая площадка, как форум «Открой себя» – это не только возможность заявить о себе, но и прокачать свои навыки. К примеру, в Лангепасе набирают обороты инициативное бюджетирование. Региональный эксперт Андрей Спасибин попытался донести до каждого, как для школьника, так и для опытного специалиста, все нюансы этого инструмента. Само по себе инициативное бюджетирование является как раз-таки действенным, им самым, самым поощряемым по состоянию на сегодняшний день со стороны государства, элементом прямой демократии граждан. И именно про это я буду рассказывать нашей молодежи, о том, что именно жители города являются, по сути, хозяевами, да, то есть собственниками всего имущества, собственниками самого города, и каким образом можно влиять на его благоустройство, на реализацию тех или иных программ в этом городе. Для многих участников молодежный форум – это возможность создать информационно-просветительские проекты, адресованные той части молодежи, которая имеет желание проявить свои таланты и узнать секреты карьерного роста. Я как член молодежной палаты открыл для себя новые знания, которые в дальнейшем пригодятся мне в представлении новых каких-то проектов. Стоит отметить, кроме молодых специалистов, на прокачку своих знаний пришли представители из различных сфер деятельности. Опытные педагоги, воспитатели, менеджеры, психологи. В подобных форумах, честно сказать, я участвую не в первый раз. Это довольно-таки интересное мероприятие. Как педагог я для себя взяла очень многое ценное. И как наставник я могу поделиться в своей практике с молодыми специалистами, которые планируют в будущем трудоустроиться в нашу организацию. На молодежном форуме «Открой себя» все участники получили неоценимые знания в области инициативного бюджетирования. Команда образования и самоопределения. Лидеры молодежного движения «Югры» нацелены на регулярное проведение подобных форумов.